38-летняя Мария Машкова открыто выражает свою антироссийскую позицию, что неоднократно приводило к публичным конфликтам с ее знаменитым отцом-патриотом, который имеет в корне противоположные взгляды на общество и политику. Разногласия между родственниками стали настолько серьезными, что Владимир Машков прекратил всякое общение с единственной дочерью. Теперь Мария сожалеет о своем поведении и стремится восстановить отношения с отцом. «Пока папа не сказал публично, что он меня презирает, я буду верить, что он меня любит как дочь. И я его очень люблю как папу, и это останется с нами навсегда», — признала дочь. Однако, помимо семейных проблем, Мария Машкова сфокусировалась на своей карьере в американском кинематографе. Ее первая голливудская премьера прошла успешно, открывая новые двери для актрисы. В ближайших планах эмигрантки – участие в новых проектах, что подтверждает ее стремление к самореализации и успеху в шоу-бизнесе. Одной из самых значимых перемен в жизни Марии стало получение американского гражданства. Теперь она официально является гражданкой США, что открывает перед ней новые возможности и перспективы. Кроме того, Машкова изменила свой имидж и документы, проявляя свою независимость и стремление к переменам.